Мужчина и женщина, женщина и мужчина. Вечный спор двух противоположностей. Борьба, муки, страдания, но самое главное... Но самое главное, что несмотря на то, что мы такие разные, все равно мы не можем прожить друг без друга. Да, особенно если мужчина говорит женщине, что она самая красивая, самая любимая и самая умная. В общем, самое-самое. Не жалейте для любимых нежных и ласковых слов. Говорите чаще, как вы нуждаетесь друг в друге. Thank you.
любовь.